последние дни одной из самых обсуждаемых тем американских СМИ стала военная помощь Вашингтона Киеву. Как отмечают американские издания, Пентагон использует бухгалтерские уловки, чтобы нарыть деньги для Киева, тем самым обманывая Конгресс и американских налогоплательщиков. Управление генерального инспектора США обнаружило, что американские чиновники не отследили должным образом судьбу оружия и военной техники на сумму 1 миллиард долларов, которые должны были быть отправлены в Украину. СМИ сообщают, что это не бухгалтерские ошибки, а целенаправленная борьба с Конгрессом и американским народом. Может ли это быть связано со всеми найденными ошибками и заначкой для Украины? А почему нет? Особая бухгалтерская хитрость заключалась в том, чтобы резко занижать стоимость уже отправленных Киеву вооружений, что позволило перебросить туда еще больше техники, отмечают американские СМИ.